17 февраля по инициативе общественного объединения «Идея», руководимого вице-президентом фонда Гейдар Алиева Лейлой Алиевой, в столице Мальты, Валетта, в президентском дворце, открылась выставка под девизом «Земля глазами детей». Международный детский конкурс «Земля глазами детей», проведенный в 2012 году по инициативе вице-президента фонда Гейдар Алиева, руководителя общественного объединения «Идея» Лейлой Алиевой, при поддержке всемирно известного фотографа Резы Дегати, является первым международным проектом, информирующим детей языком фотографии на социально-экологические темы. В объявленном в сентябре 2012 года конкурсе под девизом «Я люблю природу и я боюсь загрязнения» приняли участие более 1200 детей и представителей молодежи из 9-10 стран мира. На международный фотоконкурс было представлено более 4000 фотографий. С целью объявления итогов конкурса в мае 2013 года в Баку был проведен фестиваль «Земля глазами детей». На выставке, открывающей в Валетте, демонстрируется около 100 лучших фотографий, отобранных на этом конкурсе. Сначала представитель проекта «Земля глазами детей», известный мальтийский фотограф Чарльз Мифсуд, поприветствовал участников мероприятия и рассказал о значении выставки. Он отметил, что данная выставка – это в то же время взгляд детей из различных стран мира на окружающую среду. Говоря о значении выставки, вице-президент фонда Гейдар Алиева, руководитель общественного объединения «Идея» Лейла Алиева сказала: «Прежде всего, хотела бы выразить удовлетворение пребыванием в этой прекрасной стране, имеющей самобытную историю. Выставка дает возможность тысячам детей из более 9-10 стран мира продемонстрировать свои таланты и интерес к окружающей среде, природе. Отличительная особенность демонстрируемых фотографий заключается в том, что они отражают не только красоту природы, но и угрозы и разрушения, с которыми сталкивается наша планета. Это хороший опыт для того, чтобы дети поняли и почувствовали происходящее на Земле». Выставка еще раз показывает, что люди из разных частей света объединяются, чтобы защитить нашу планету. Азербайджан обладает очень богатым биоразнообразием. В нашей стране имеется фундаментальная программа в области окружающей среды. В соответствии с программой реализованы многочисленные инициативы по окружающей среде, достигнуты важные результаты. Сегодня Азербайджан – это страна, непосредственно участвующая в налаживании диалога между соседними государствами и вносящая вклад в это дело. С гордостью могу сказать, что сегодня Азербайджан является лидером в регионе по реализации инициатив в области окружающей среды. Очень рада, что общественное объединение «Идеи» вносит свой вклад в эти инициативы. Надеюсь, что выставка будет способствовать увеличению числа людей, желающих участвовать в защите нашей планеты. Хотя географически Азербайджан расположен далеко от Мальты, между нашими странами существует хорошая связь, опирающаяся на взаимное уважение, понимание и доверие. Исторически обе страны играли роль моста между Европой и другими регионами мира. Реза Дегати подчеркнул, что на выставке демонстрируется работа детей из многих стран, вместе с которыми он работал. Посредством этих фотографий мы вновь вглядываемся в мир, в котором живем. Было отмечено, что целью данной инициативы руководителя общественного объединения «Идея» Лейлы Алиевой является информирование будущее поколение об окружающей среде. Говоря о значимости мероприятия, посол Вагиф Садыхов подчеркнул важность проведения подобной выставки с точки зрения изучения того, какой видят нашу планету дети из различных континентов мира. Знакомясь с выставкой, можно увидеть, какими представляют себе дети окружающий мир, природу, какие строят мечты, чтобы сделать нашу планету еще более прекрасной. Коснувшись работы, проводимой общественным объединением «Идея» под руководством Лейлы Алиевой в данном направлении, посол отметил, что структура организовывает подобные выставки в различных странах мира. Выступивший на мероприятии министр образования Мальты Эврис Бартоло сказал, что творчество, действенное выражение мысли, чувств является важнейшими элементами выставки. Посредством этих картин мы становимся свидетелем того, как дети отражают все прекрасное на Земле. Выступивший на открытии выставки президент Республики Мальта Джордж Абелло отметил, что в последнее время природа, которая нас окружает, забыта. Люди равнодушно относятся к тому, что происходит с окружающей средой. С этой точки зрения, чрезвычайно интересно посмотреть глазами детей на то, что происходит на нашей планете. Президент Джордж Абелло выразил признательность руководителю общественного объединения «Идея» Лейлы Алиевой за инициативу организации выставки в этой стране. Затем в честь вице-президента фонда Гейдар Алиева Лейлы Алиевой был устроен ужин в летней резиденции премьер-министра Мальты дворце Гиргенти. Выставка продлится до 28 февраля. Максуд Дадашев, Зоар Мусаев, Наиль Бабаев, Азертач.